Остановка «Изумруд» в центре Владивостока стала доступной средой для инвалидов по зрению. Здесь установили тактильную плитку, которая поможет сориентироваться на этом сложном перекрестке слабовидящим жителям города. Проверили и оценили выполненные работы представители администрации города и руководитель регионального общества слепых. Она очень важна, когда человек ориентируется на остановках. Чтобы он не промахнулся мимо остановочки, он чувствует тифлоплитку под ногами или тростью, и он знает, что здесь нужно остановиться и ожидать транспорт. В этом случае тифлоплитка очень помогает. Предлагают участки для адаптации общественные объединения города. Они же и участвуют в приемке выполненных работ. Все работы, проводимые в рамках программы «Доступная среда», согласованы с общественными организациями инвалидов города. Дорожными указателями для слабовидящих людей оборудуют 19 социально значимых маршрутов во всех районах города. Поскольку инвалиды самостоятельно определяют приоритетные для них объекты, нуждающиеся в первоочередной адаптации, то объекты эти расположены на всей территории города Владивостока. Это и в районе Казанской остановки Казанский храм до МФЦ, да, это и центральные наземные пешеходные переходы, объекты в районе Первомайского района. В основном это объекты путеследования к поликлиникам и к другим социально значимым объектам. В рамках программы «Доступная среда» во Владивостоке не только устанавливают тактильную плитку, но и оборудуют специализированные парковочные места для транспорта инвалидов, понижают бордюры, обустраивают остановки общественного транспорта, ступени на социально значимых маршрутах выделяют контрастным цветом, устанавливают речевые информаторы на светофорах. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.